Здравия желаю. Значит, все-таки вот эту лампочку китайскую я приспособил. Правда, свет, вот она. Свет такой аварийный, но пойдет, в принципе. Все же на халяву. Вот как я ее приспособил, значит. Подаю с выпрямителя, как обычно, заряжаю. Сюда вот. Так. Отключено. Здесь у меня, как обычно, ток не разбора нет, как это уже объяснял. Ток берет и назад. Вот он. А лампочка эта китайская, LED. Она 12-ваттовая, сейчас может даже меньше берет, ватт 5-7. Но это хватит. И видите, она питается от батарейки. От батарейки. А батарейка вот она, видите, идет на зарядку, то есть подсадки нет, видите, импульсами заряжается, 12.04, 12.3, ну там как, разбор идет от 0.31 ампера до 2.5 ампера, то есть вот так вот разброс, вот она, видите, то есть для лампочки, чтобы это освещать, то уже вечная лампочка китайская. Все-таки я ее применил. Сначала думал, что не пойдет. Вот она, видите, подсадки нет. Подзарядки особо нет. Вот она. Сейчас не видно. Вот. Видите, 12.04, 12, вот она импульсами заряжает. 12.05, раз, 12.16. 12.20, то есть она, ей хватает этого заряда заряжать потихоньку батарейку и светить ту лампочку, то есть светом уже как бы, светом обеспечился. Дальше будем, значит, наращивать. Тут у меня, ну я тут запускал, это я вам рассказывал, там КПД пока небольшой, нужно увеличить обороты. На этом заканчиваю. Дальше будем про ротоверки показывать. То есть со светом уже разобрались. То есть свет горит на халяву.